значит, мы с мамой в магазин «Лента» за продуктами. Вот купила я себе яблоки на 100 рублей. Целых 1,5 килограмма, наверное. По акции, там какой-то нам купон давали 100 рублей. Можно потратить на любой было продукт. И как раз ровно 100 рублей, 50 копеек, правда, пришлось доплатить. Вот купила себе 1,5 где-то килограмма яблок. О, даже 1,7 килограмма. По 57 рублей 69 копеек за килограмм. И сегодня мы вам покажем, что мы купили на 1500 рублей. Давай, мам, начинай, выкладывай. Мы на такую сумму никогда не покупали, но больно уж скидки сегодня были хорошие. Пошли, собственно говоря, за хлебушком. Вот купили хлебушек. Настя. Хлебушек, это мне. Бездрожжевой, ржаной, за 41,99. Сушки. Сушками у нас мама питается. Потому что мне нельзя ничего. К чаю. Потому что ей ничего нельзя. Почему? У меня панкреатит. Панкреатит. Можно только сушки так, простые. Почем сушки простые? 26 рублей. Еще недавно были 23. Ясно. Поехали дальше. Вот хлеб мне можно. Пшеничный. Пшеничный хлеб ей только можно. А ладушкин почем? 50 рублей, да? Хорошо. Это Настя. Это мне ветчина черкизовская. Знаете, почем мы ее взяли? 149,99 рублей за килограмм. Потому что ее много на Новый год привезли. А срок уже выходит какого-то там 16, по-моему, января. Ну, в общем, на 6 дней мне надо будет съесть. Мама такое... Мама такую ветчину не ест, потому что у нее опять панкреатит. Давай дальше выкладывай, что там у тебя еще. О, это мне. Мои любимые батончики. Рокфон. Ну, к чаю. Сладости. Ты что, там еще? Не запретишь. Не запретишь. Это... А такое мне можно. 23 рубля килограмм. А тут написано 24,99. Ну, наверное, больше килограмм. Это не за по, килограмм. Не по скидке. А, это не по скидке. По 23 рубля килограмм. И ты взяла килограмм 122. Так, ну вот вторая сумка поехала у нас. Национальная галерея. Мама все с ней ходит. Точнее, я. Я с розовой. А, вот купили пельмени «Цезарь». Никогда таких не пробовали. Ну, просто скидка была 69%. То есть, стоили они там что-то 300 с чем-то, а купили по 129,99. 700 грамм за 130 рублей. Отборное мясо, тонкое тесто. Не знаю. Попробуем. Посмотрим, вкусно или нет. Потом расскажу. Курица. Это наш традиционный продукт. 365 дней, самое дешевое. 125 рублей килограмм. За 125 рублей килограмм. Окей. По скидке. Скидка. А это Челсику. Челсику? Не слишком ли ей много Челсику? Срок гордости до 1 февраля. О, ну тогда до 1 февраля ей хватит, так как сейчас еще 10-е. 80%. А сколько вот этот батон стоит? Этот батон кило 350 на 135 рублей. 99 с чем-то там рублей килограмм всего лишь. В общем, разрежу, морозилку буду Челсику давать. А, у меня дешевле получилось. Ну, я и сама попробую, мне такое немножко можно. Может, оливье хоть сделаем? А то у нас еще на Новый год оливье не было. А майонез есть? Майонеза нет, майонез я перестала есть с этого года. Ну, ладно. Ну, что-нибудь сделаем. Это для винегрет. Мне такое можно. Морковка. А цену? 19 рублей с чем-то килограмм. Ну, красивое сыр. Но я варю со свеклой. Да, мы варим морковку, свеклу, картошку и яйца, зеленый лук. И я, например, делаю шубу, а мама винегрет. Ну, шуба у меня тоже без майонеза, а теперь с оливковым маслом. Все? Или еще что-то? Яйца. Такие сегодня по скидке были плохонькие, но 365 42 дней. Рубля. 10 штук, 42 рубля. Это очень мелкие? Такие неплохие. Это С... Что там? 1, С1, С2. Не такие мелкие. А
Обычно по 5 штук за раз. Я просто сейчас делаю шарлотку на 3 яйца и шубу, да, на шубу готовлю яйца покупать. Так, что еще? И шоколадки. Да вот сюда, вот сюда. Да, это самое. Что двигать-то? Да выберу. Вот. Шоколадки на случай БП. А что такое БП? Большой писец. Он скоро наступит? Ждем. Мы этого БП уже ждем 3 года. Все никак не наступает. Сначала коронавирус, потом спецоперация. Ну вот запас. 49 рублей. Это все, что мы купили? Или еще что-то? Закажись, все, подожди. Ну, главное, наверное, цезарь, колбаса, ветчина и конфетки мои. Да, это не надо. Чеки. Так, так, давай, чек. Что тут еще? Вот клей еще. А, еще клей, да. Суперклей очень помогает во всем. Обувь подклеивать, и книжки, и все что угодно. Все хорошо держит. Каталог. Еще скидки тут у мамы. Так, ну по ценам. Вот шоколад по 50 рублей. Пельмени 129,35, а другие 129,89, однако. Иди разберись. Так, да, надо разобраться. Хлеб пшенично-ржаной – это мой. Хлеб пшеничный Оладушкин – это мамин. Куриное яйцо 44,99. 42. А это без скидки, наверное, показывает. Без скидки. Нет, подожди, со скидкой. Ну, в общем, колбаса 134, ветчина 117. Клей по 56 рублей, тушка, а, это курица 178, морковь 20 рублей, вообще смешная цена, сушки 26, морковь 18, а сушки 26. Конфеты я много себе накупила, не могу от сладкого отказаться пока. Так, ну и картофель 28, вот, и всего 1456. Наша скидка составила сегодня 1988 рублей. Да ладно тебе. Да, да. А без скидки бы сколько бы мы заплатили? Ну, без скидки бы заплатили 3300 рублей. Да ты что? Ну, потому что эти пельмени там 300 с чем-то стоили, я смотрела. Вот так, скажи. 69%. Вот так надо ходить в супермаркет. Да. Чтобы скидка составляла 2000 рублей и заплатили 1500.